Более 125 тысяч рублей лишилась саровчанка. Женщине на телефон позвонили мошенники. Представились сотрудниками банка. Сообщили, что на ее имя оформлен кредит. И для того, чтобы его погасить, необходимо перевести крупную сумму денег на определенный номер счета. Гражданка перевела денежные средства в сумме 125 тысяч 235 рублей. На следующий день она пошла в банк аннулировать кредит. Банковские работники ей сообщили о том, что никакого кредита на ее имя оформлено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В одном из сетевых магазинов на улице Зернова произошла кража. Из супермаркета вынесли продукты, спиртные напитки и косметику на сумму более 2500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо установлено. Им является житель Сарова, ранее судимый, 90-го года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». На дорогах за минувшую неделю произошло 9 ДТП. В одном пострадали люди. На перекрестке улиц Силкина и Духова водительница автомобиля Hyundai Getz при развороте не уступила дорогу Renault Duster, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП водитель Hyundai получила телесные повреждения. После осмотра врачом отправилась домой. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.